Здесь у нас зона с десертами. У нас морские гады. Те самые устрицы, креветки. Еще десерты. Мороженые щербеты, всякие печенья, крабовые нуди, ракушки. Китайские пельмени, спрингроллы, маленькие шашлычки. Опять зона с морепродуктами, раки, ракушки, креветки разные, китайская лапша и рис. Самое главное, креветки в кокосовом молоке. Ребрышки, крылышки, лягушачьи лапки, кальмары, рыба. Розбив. Миди уже по-другому приготовлена, это креветки, завернутые в бекон. О, сегодня еще гребешки появились. О, круто. Надо будет учесть. Тут у нас уголок чисто китайской при кухне. Их не паровой хлеб, а пельмени по-китайски. Даже пицца есть, кукурузская. Пельмени в вантонском стиле. Четыре вида китайского супа. Чипсы. А там у нас зона суши и монгольская кухня. И вот такой вот огромный зал. Все это гранд-чина буфет.